решили помочь местным в уборке урожая. Ты тоже хочешь мне так прикинуть, а? Я думал, что ты хочешь. Ну все, на этом мы закончили. Быстренько толпой справились. Местные девчонки красавицы. Вообще красавица. На ютубе себя увидит. Ладно. Ну, поехали дальше по деревне. Заниматься благотворительностью. Погнали. Ребят, так получается, что здесь куча погранцов. Даже сейчас вот хозяину помогали. Он служил именно там, где служил я. Русь тоже служил там же. Практически на одних заставах, представляете? Вот товарищ на 11-й, Русь на 12-й, а я вообще рядышком там. А, наоборот, да? Он на 11-й, ты на 12-й. Мир тесен, ребят, очень тесный мир. Кругом погранцы. Ну, естественно, за встречу 100 грамм. Стабильно. Отсюда не уедем. Ладно, ладно. Ну что, ребята, еще один очередной домик. Но на этот раз мы с местным жителем, который как бы меня проведет. Вот, смотрите. Фотографии. А нашли. Это, между прочим, фотография-то это. Вот я и говорю. Смотрите, петлицы. Вот они, петлицы. У военного это еще до 31-40-х годов петлицы. Это, возможно, еще это времен революции. Дайте, я сейчас попробую. Классно. Вот так вот. Не надо ничего, положи его на бок. Нет, я просто протереть хотел, чтобы видать лучше было. Ты, наверное, должна знать, да, кто это? Нет? Не знаешь? Нет, я 10 лет только здесь живу. А вот еще внизу есть, смотри, маленькая фотка. Тоже петлицы. А такие петлицы, если не ошибаюсь, до 43-го года были. Да, это до войны было. Во время войны, в 43-м году перешли на погоны. Ну-ка, давай-ка я тоже, ребята, залезу, посмотрю, что там. Фотографий просто очень много, и я хочу вас показать. Итак, ребят, ну, давайте небольшую экскурсию проведем. Вот она сама дымовая яма. Когда мы осуществляем шурфы, первый штык лопаты, про который я вам всегда говорю, вот он, этот штык лопаты. Дальше уже начинается глубина. Вот про это я вам всегда толкую. Ага, сейчас посмотрим. Так, красный угол, ребят, есть. Давайте посмотрим на красный угол. К сожалению, полов нету. Здесь дернули. И хотелось бы показать, что здесь. Блин, большая. Давайте я все равно ее сниму и обратно покажу. К сожалению, она утрачена, ребят. Смысл трогать ее больше не надо. Пусть стоит на месте. Так, здесь святая вода. Святая вода, фотографии. Ай-яй-яй, плохо видно. Но некоторые видно довоенные. Вот, например, вот эта тетя. Вот это вот фартуки. Это до революции. Я просто знаю. Ага. Ясно. Так, будем как альпинисты. Да, вот по этим вот струбцинам. Вот фотографии, видите, ага. Да, вот фотографии военные. Это родители по бокам. И сын в середине. Да. Так, пойдем в соседнюю комнату, посмотрим, вот что здесь там. Здесь какие-то тоже фотки есть, но плохо видать, они маленькие. Видишь фотографии? О, любопытно, я такой вообще в первый раз вижу. Видите, в центре имеется зеркало, а по бокам фотографии. Очень любопытно, первый раз такое вижу. Ну, деревня Чувашская, да, Лен? Да. Здесь вот палые. Здесь свои, палые. Свои обычаи. Русская печь, но она потреснулась. Во, очередная керосиночка, ребят. Ну, керосинка это уже где-то военного времени. Ребята, я вот не мародер, но вот такие вещи я беру, реставрирую и в школьные музеи. А если вам надо, мне дома есть? Я беру то, что не нужно, Лен. Нет, у нас просто не стоит. Потому что такие вещи нет, нужно сохранять. Такая, у нас не такая вот, у нас так вот, и колба стоит, у нас вот так вот, она узенькая. Любопытно, покажи, Лен.
Очень интересно. Раньше же не было вот этих, как говорят, кухонного гарнитура. Вместо кухонного гарнитура раньше было вот. Ну да, да-да-да. У нас будет экскурсовод, который нам покажет именно по местным традициям, по обычаям именно чувашской народности. Это, смотрите, какая печь. Это печь. Тут и хлеб, и пироги раньше пекли, и кушать варили вот здесь. Вот они даже открывают. Вот. Ага. Вот. Я так понимаю, туда горшки сували, да? Да, но... чугунные горшки. Ухватим. Да, а здесь вот кастрюли ставили, и чугуны тоже ставили. Вот маленькие дырочки открываются, большая. Ну, здесь уже сломаны. Да, да. И еще больше открывается вот. Она еще больше идет. Тоже так же варили. Вот здесь вот топили. Там тоже вот дровами вот это топилось, угли вытаскивали все. Вот вытаскивали сюда, пироги свали, хлеб свали, пекли. Между прочим, у Лены очень вкусные щи. Я прям ура. Это... вчера, а сегодня. А вот книжки какие-то старые. Ну, они не старые, они советского времени, я предполагаю, даже 80-е годы. Первую страничку открой, там сейчас должно быть написано. Первую страницу абзац и смотри. 67-й год. 67-й, да. А здесь вот книжек много их вот. Ладно, ну посмотрим, Лен, посмотрим. Меня вот пока интересует вот быт. Ну здесь... такси, а забитое. Да, ну ладно. Там это, с улицы, наверное, зайти надо. Так, еще, вот один, еще один красный угол. А вот здесь это, наверное, материалы, да? А в основном казанские они бывают, а у вас здесь чуваши тоже как? Я не знаю, не могу ничего сказать. Ясно, ясно. Ну у тебя же есть тоже дом? Ну у меня есть. Красный угол. Есть, у меня два красных угла. Где вот сидим и кушаем, и в зале. Ясно. И у нас по именам стоят иконы. Понятно. Ладно, в общем, дом, он, ребята, уже как бы промародерен. И быт, к сожалению, как должно быть, я не покажу. Но до этого я вам демонстрировал. Так что, к сожалению, домик уже не... насчет находок не интересен. Вот единственная пока любопытная находка, и я ее заберу. Хорош, хорош, Лен, я тебе уже третий или четвертый раз говорю, какой я тебе на вы. Она рисованная вообще. Нет, этот не рисованная фотография. Вот, да, нет, это. Я сам художник, как бы я знаю. Нет, это не рисованная. Вот это я фотографию. Это, блин, такой раньше был формат фотографий. Это первые пошли цветные, я как-то застал. Было такое, было. А очень похоже на рисованное. Вот такая вот классная тетя здесь жила. Ладно, идем дальше. Ребят, очередной домик, который нам позволили посмотреть, как внутри раньше было. И с нами все тот же экскурсовод Лена. Да, в деревне это нормально. Их... не отсюда. А, с той стороны. Кусты везде, все разоросшее. В деревнях упадок. Работы нету. Здесь они только занимаются, выращивают картошку. Вы знаете, сколько здесь картошка стоит? Они гектарами здесь сажают и потом картошку продают. Вынуждены продавать. Представляете, рубль за килограмм. Вы представляете? Рубль за килограмм. Это вообще смешно. Сегодня Лена обогатилась, нашла покупателей. Вот. И у нее такая выгода здоровская была. Представляете, по 10 за килограмм. Это просто у них праздник. Так. О, здесь тоже опал. К сожалению, ребята, к сожалению, все дома в плачевном виде. И показать вам практически
Да, нечего здесь. Видите, все завалилось. Осталась одна русская печь. Здесь было. Кровать даже и завалила. Угу. Да-да-да. Так, красный угол. Красный угол, там ничего нету. К сожалению, да. Все плачевное. Стол остался. Здесь вот, смотрите, это задняя часть. Это какая-то икона была, Мария. Да, это была икона, видите. Остался небольшой силуэт. К сожалению, да. И все на этом. Ай-ай-ай-ай. Да простит меня Господь за мою неловкость. Опа. Вот так вот. Обратно. Обратно. Я что-то здесь нашла, вот, для тебя, наверное. Для меня? Не знаю, посмотри. Нет, нет, это фигня. Все печи однотипные. Да, это русская печь, и обычно все дети спали на печах. Да, я помню, я у своей бабушки тоже на печи. Постоянно. Так, а вон там, керосинка, что ли? Наверное, не знаю, посмотри. Или просто, это просто стекляшка от керосиночки. Нет, стекляшка от керосиночки. Вот, целая. Тоже, между прочим, вещи редкие тем, что целые. Вот такая стекляшечка. Ну, а так, в целом, к сожалению. Печки идет стандартно. Также вот эти открываются. Вот. Да, и потому что печи, как говорится, готовили. Газа не было. На деревнях делали в основном специалисты. Один специалист на всю деревню. И делали однотипные дома, однотипные печи. Потому что печников не было. Не особо много было. И этим делом занимался в основном один печник. Так, ладно. Что у нас тут еще можно вашему вниманию предоставить? Да ничего, ребят. Все. Ничего интересного больше нет. Ну и... аккуратно. На этом и все. Ну и еще одна вещь, достойная вашему вниманию. Это вот ручная работа. Вырубали это все топориками. Смотрите, здесь какая-то даже гравировка. Гравировка, надпись 9. Это именно хомуты на лошадок. И вот еще один хомут. Уже немножко такого и выделки, более-менее. Вот это вот мягко, чтобы не натирало, да. А внутри, видите, солома. Вот, не знаю, сколько лет, но вещица довольно-таки древняя. Ладно. Пойдем, найдем, спросим разрешения, может быть, у других каких-нибудь жителей заснять быт чувашей. В домике, в котором мы были, вон он стоит. И по задам, по кустам мы пробираемся к еще одному дому, тоже в плачевном виде. Вот здесь вот у них погреба, между прочим, действующие. И здесь очень много тонн картошки. Окей, спасибо. Лена говорит, что будьте аккуратны. Сейчас пойдем. Пойдем посмотрим. Ну, тропинка здесь натоптанная. Значит, сюда частенько ходит, возможно, молодежь. Вон очередная ступа. Ребята, здесь столько бабы-ежек было. Это уже на сегодняшний день третье, по дороге сейчас четвертое. Четыре ступы, четыре бабы-яги здесь было. Ой. Так, мы пройдем сразу в дом. Ну, Лен, сейчас, чуть позже. О, здесь тоже фотографии детские. Так, 1974 год. Красный угол. Ух ты! Смотрите, что я нашел. Опа-на! Керосиночка. Старинная. Керосиночка
Блин, ее тоже можно отреставрировать. Я возьму, чтобы так, что у нас здесь еще? А вот смотри, старинный гребень. Таких сейчас гребней нету. Расческа. Ну, расческа, гребень. Ну, она пластиковая, блин. Это советское время. Ну, а русский печь так и остались. Ага. Любопытно. Так, ох, смотрите, лампадка даже есть. Ничего себе. Лампадка. Ух ты! Иконы, да. Иконка раз. К сожалению, утрачена, к сожалению, ребята. Так, иконка вторая. Тоже, к сожалению, да. С утратами. Фонарик я не взял, ребята, и вам вынимаю их и показываю. Еще одна, смотрите. Я могу посветить телефоном, если хочешь. Вот смотрите, какая. Очень странная. Сейчас. Железо. Это железное. Она сверху железо, а внутри. А внутри бумага. Да. Я могу посветить, если надо. Для фонарика. Так. На стол просто тихонечко. Ой. Тихо. Вот так вот держу. Так. Ну, здесь, к сожалению, тоже она развалилась вся. И он наверху еще. Ну зато занавески остались. Лампадочка. Это все делаю руками, занавески. Да, это ручная работа, между прочим, вот этот. Ручная. Так, ладно. Пойдемте посмотрим еще. Это запах. О, здесь тоже есть красный угол. О, здесь тоже красный угол. Здесь уже руки пахнут лампадкой. Ну да, здесь уже все прибираются. Не к рукам. То, что прибираются. Еще один красный угол. Ну, я раньше жили так. Ну да, это самая большая комната жилая была. Печь уже разобрали. Печь стояла здесь. Вот это выходная. Как печь, не головка, печь. Здесь и печь здесь, наверное, стояла. Так, ты там еще где-то что-то видела? Там интересно? А там что интересного? Не знаю, я увидела, обратно вернулась. Мне как посмотрела, что синий такой красивый. Синий красивый? Да. Вот. О, тут вон что. Здесь предметы уже быта, которые не используют. Опа, вот смотрите, еще одна. Целая. Чего там ты видишь? Ткацкий станок, что ли, четко вот. Раньше делали. А, вот чесалка. Вот чего я сегодня видел, похоже, на чердаке. Как чесалка, что ли, она четко вот. Я не могу понять. Ага, вот именно это я сегодня видел. Да, на чердаке. Вот чесалка это называется. А что они чесали-то? Ими делали ручные ковры. Ага. Все понятно. Вот старинный чемоданчик деревянный. Ну, этот с такими чемоданчиками, ребят, уходили на войну. Кстати, смотрите, там, походу, елочные игрушки какие-то были. Да, ух ты, ух ты, надеюсь, целая хоть одна будет. Хоть одну найди себе на память. Опа. Есть, 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 я вижу вон. Снегурка, не только одна. Что-то. Нет, вот они, шишечки, вот. Это стеклянные игрушки. Это советского времени, да. Это советское время. Вот они еще есть. Вот, целые игрушки. Да-да-да. А вот на этой нету. Только вот это снегурка. Жалко, конечно. А самый старый, наверное, вот это вот. Игрушка. Я помню. Помню, ребята, 80-е, 90-е года мы с мамой, тогда еще с папой, украшали. А я помню одну игрушку стеклянную. Это было, я и училась в первом классе. Это было какой год?
87-й год. Игрушка была вот наподобие такой вот. Наподобие такой была, но только она была этот, снегурка, это серебристая она была. А это, мне кажется, на китайскую игрушку что-то или что-то такое. Нет, это наши этот, типа, холопа при царях. Это фон в кафтане, это все. А у меня такая же была, царства. Вот там первую игрушку я что вешала в 7 лет. Она была это, серебристая, но такая же вот почти. Ладно, пойдем. Пойдем, да, может, вот еще может еще что-нибудь найдется интересненькое. Идем. Радиолы здесь он стоит. Вот. Россия 323. Пластинки, слышали? Значит, пойдем дальше. Ну, кстати, вот такие вещи тоже в советское время делали. Вот эти вот. Да. Интересная такая. Богатырь мочит крестоносца. Это, походе, Александр Невский. Ага. Ледовое побоище. Да. У меня все зарядка. Вот такая вот. Красивая, зачетная. Покажи в окошко. Вот, ребят. Колыбелька. Во время войны такие были колыбельки. Ага. Ясно, ладно. Хорошо, спасибо. В общем, пробежались мы по домам. Все дома здесь в плачевном виде. Опа-на, смотрите, ямки. Ничего себе, здесь кто-то ходит, что ли. Вот ямка. Вот тоже была ямка. Вон ямка. Блин, ребят, здесь ходили. С приборами. Я думал, здесь мы единственные. Ладно, если что интересное будет, еще обязательно закажем, покажем, расскажем и объясним. Итак, ребят, еще один домик, но он настолько плачевный, что не знаю. Местные жители говорят, что это один из самых древних домов, которые здесь были. И вот нас отправили. Очень красивый был дом. Вот такие вот фресочки деревянные. Ну что у нас тут? Тоже плачевный вид. Печь разрушена. Потолок упал. Половые доски сняты. Даже сковородка половинка есть. Да. Красного угла нету. Пироженка вкусная была? Да. Вкусная? Ну, он до сих пор видно на лице твою пироженку. Где? На лице ее где? Лицо у тебя все. Да уже сейчас, уже сейчас. Не знаю, давай посмотрим. Ложку от нашла. Нет, это. Простой нержавейка. Да, вот надпись имеется. Неж. Вот видите? Неж. Нержавейка. А да, вот здесь мы прыгаем через окошечко. Нет. А вот здесь. Здесь он, ребят, осталась часть от древней кровати. Смотрите, это ручная работа. И, по-видимому, в этом доме в свое время жили богато. Буржуи, да? Вон какие вещи здесь красиво ажурные были. Что говорят? Ты говоришь, здесь буржуи жили? Да, так говорят. Так говорят? Да. Вот пальто даже осталось какое-то. Только вот руку давят. Вообще не стоит. Да. Тряпки вот вообще не... Тряпки не стоит вообще трогать. Так, там у нас подпол, как обычно во всех домах местного значения имеется подпол. Печка интересной формы. Смотрите, сквозное.
И здесь не кирпич. А вот что-то. Какая-то, знаете, субстанция такая. Глина это. Синяя глина, что ли? Да. Ничего себе. Не синяя, зеленая. Зеленая? Зеленая глина. Ну, видите, какие кирпичи здесь. Вообще... Зеленая глина. Зеленая глина. Это, наверное, глина-то местного разлива, да? Да. Ясненько. Ну, что, смотри, что и построили, наверное. Чтоб было, да? Ну, если и они, богато жили бы, они это бы не богато, наверное, кирпичи бы они закупали. Ладно, выходим. Выходим. Итак, ребят, в общем, заканчиваем сегодняшний видеосюжет. Получилось очень много информации, довольно-таки интересной, кто любит старину, кто любит сталки, заброшки. Все сегодня было, и очень хорошо мы все время провели. Огромное спасибо за то, как нас приютили. Очень было вкусно, горячительные напитки, все было от души. Как вы видите, я жив-здоров, 75 градусов спиртное, все-таки нормально. И на дорожку хряпнули небольшую, на пассажок. В общем, все у нас сегодня получилось нормально. Огромное спасибо именно хозяям, Александру, затем Елене, вон она, Елена. Так что огромное спасибо. Плюс они нас еще наградили, язык уже не вяжет, оградили большим количеством подарков. Машина, смотрите, битком машина. Смотрите, как сидит машина. Что? Ну, конечно же, деревенские заготовки, картошка, огурцы, помидоры, в общем, все у нас сегодня будет в изобилии. Так что на этом все. Всем пока. До новых встреч. Ну все, ребята, мы тронули. И напоследок наших гостей поехали. Поехали. До свидания, наши дорогие. Пока-пока. Приезжайте. Обязательно. Спасибо за все. Пока.